Всем привет! Меня зовут Алевтина. Я хочу поделиться результатом по применению Ренова. Ренова я применяю 2 недели, по 2 капсулы 2 раза в день, между приемами пищи и запиваю водой, стаканом воды. Но я страдала метеозависимостью, или, как говорят, метеочувствительностью. Официально медицина это состояние организма не признано заболеванием. Но, возможно, кто-то еще страдает таким же состоянием. Это когда за 2-3 дня до изменения погоды мое состояние организма начинало ухудшаться. Становилось плохое настроение, голова кружилась, голова болела. Не хотелось никого видеть, не слышать. Ломило все тело, болели суставы. Хотелось только тихонько отлежаться где-то в уголке, ничего не делая, никого не видя и не слушала. Ну вот на этой неделе в Алматы у нас было потепление, прям весна-весна, а потом на выходных наступила, на прошлой неделе, вернее, была весна-весна, а на выходных опять выпал снег и было похолодание. А вот сейчас на неделе снова потепление. И вот какое чудо! Мой организм никак не отреагировал на эти изменения, на погодные изменения. Я оставалась в хорошем настроении, было много движения, было много энергии, общения было много. Я была полезной для себя в первую очередь, для своей семьи, для своего окружения. Я не выпала из жизни в эти дни. Поэтому я очень благодарна компании за создание такого продукта, за то, что этот продукт пришел к нам на рынок в Казахстан. Приобретайте продукт, применяйте его и улучшайте свое качество жизни. Всем спасибо!